Вот такая вечерняя идиллия начинается. Стоит только снимать, как сразу мне кто-то звонит. Ну что, будем отвечать? Ладно, отвечу. Потом доснимаем. Что вы гоняете этих лис, а? Котов мало. Тиффани, это не тебя гоняют, Тинтин. Там уже не стреляют сейчас, нормально. Или это стреляют? Не дадут поснимать, все время стреляют. Прервали съемку, бабя. Я вышла от нас далеко. Чего не снимать? Успокаиваем нервы, снимаем, все нормально. Жизнь продолжается. Никто ничего не боится. Кто там пищит? Тиффани. А что ты кушаешь? Что тебе уже? Чем Бог послал? Чем Бог послал? А Бог послал. Что? Игрушку нашла. С окна Гаспиной нас бросил. А Тиффани так хочет. Так хочет, чтобы собачки ее потискали. Так хочет. Давай, проверим. Это игрушка лежала. Ладно, играйте уже. Это вам Таня купила. Которая заберет ушечку. Она купила, я ее спрятала в игрушку. А тут кое-кто, наверное, ее выкинул. Ты выкинул с окна? Мне нравится, как он прячется от меня. Не от меня, а, наверное, вот этой бригады всей. В засаде сидит. А то мне всегда спрашивают, где Гаспер, где Гаспер? Наверное, в засаде. Это хулиганье растет. А ты хотела игрушку забрать? А, игрушку хочет. А там какая стая дикая. А игрушка вот это классная, она ж пищит. Ой. Где ж столько игрушек набрать, ребята? Аж я не могу поверить. Ты не можешь игрушку забрать? Не сильно хотел. Не сильно хотел, да? Этот Африка подошла и поднесла к ней эту игрушку, чтобы подразнить. Увидел, что она пошла на другую игрушку. Африка, ну ты, конечно, еще та принесла поближе. Тиффани, что ты там в клетке опять делаешь? Арчи, вышла. Вышла. Арчи. Все, прямо пить захотелось, да? Увидел там лису. Прямо вот, прямо сушняк. У тебя там нет такого? Арчи. Угу. Чуть не упал. Теперь покушать надо, скажи. Мёткель? Мёткин, у тебя в клетке кушают. Ты пока у них решил подъесть? Кушай пока у них. Потому что у тебя сейчас все съедят. Да. Я считаю, раз они у тебя кушают, кушай. Иначе не получается. Арчи, иди, не гавкай. Сядь. Собаки, вместо вас гавкают все, видите? Арчи, а?
уже весь клюв грязный и хочет еще Тиффани. Тиффани, ты думаешь, он к тебе пришел? Он просто хочет поесть. Ему просто кажется, что там в 100 раз вкуснее. Ну, в 1000 раз. Ты же лазишь в чужую клетку, и он залазит. Не хочет? Папе, не вылазит. Лапу, лапу, а морда посмотри, какая грязная. Не трогай Тиффани. Еще и за ухо ее. Посмотрите на эту грязную морду. Посмотрите. Ой, здесь. Да, морду лица твоя. Ой, здесь какая морда. Тиффани, ну вылазь оттуда. Давай, быстро пошла. Еще и закрыл клетку. А вдруг Нокин захочет себе домой? Все, папа спал. А он не может себе, потому что там он занят. Там уже его тарелка занята. Так, я не поняла. Собаки. Тенни, что ты там сторожишь? Он не хочет выходить. Не хочешь еще? Нет. Нет. Не сиди, если не хочешь. Нет. Вот, спрятался тут за шторой. Фили его тут сторожит. Люция его сторожит. Все тут сторожат. Покушал. Покушал, да.